вышвырнул меня. Сказал, если я обращусь в суд, что он меня посадит. Я твой юрист, я знаю как. Мне поверят, это никто. Вот так он мне и сказал. Слышишь, Сутя? Сегодня утром Катя удалила свой блог. Который мой друг, да? А после удаления сразу установил смартфон, приложение по учету калорий.